Забил первый мяч высшей лиги. Очень рад этому, но расстроен тем, что как бы сыграли в ничью. Вот, должны были побеждать. Вот. Но так впечатление, так сказать, не очень все-таки надеялись на победу. Как ты думаешь, за счет чего, почему не удалось держать победу в этом матче? Ну, как сказать, так как раз сложилось. То есть мы отдали все силы, вот, шли вперед, атаковали. Ну, какие-то свои моменты не забили, вот. А так, в целом, не сказал бы, чтобы мы прям очень плохую игру сыграли и так далее. Все бились до конца, все молодцы. Если сравнивать два тайма, получается, ты первый тайм был на скамейке, но все-таки со скамейки. Как тебе показалась игра команды и, собственно, второй тайм, когда ты уже вышел, вступил в игру, можешь сравнить с этим два тайма? Ну, мы что в первом, что во втором атаковали, старались идти в атаку, забивать свои голы. Вот, а так я в последнее время всегда выхожу замены, и мне довольно привычно. Ты забил свой мяч, как принимал решение, удар получился такой? Почувствовал интуитивно, то есть на тренировках отрабатываем, и как-то внутренне почувствовал, что да, могу, и принял такое решение и забил. Скажи, понятное дело, что такая нервная обстановка была, нервный матч. Все-таки атмосфера. Как тебе атмосфера сегодняшней игры? Там болельщики? Шикарно. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на сегодня поддерживать. Это было очень классно, круто и замечательно. И ждем вас на следующие игры свои. Качество поля как тебе? Хорошее. Довольно-таки, да, хорошее. Даже по сравнению с тем сезоном оно стало тверже. То есть все отлично. Ну, пропустили гол на последних минутах. Как настроение в команде? Вот, в раздевалке было? Готовимся к следующей игре. Будем побеждать. Спасибо большое.